редактирование файлов удаленно через любые протоколы FTP, SSH, SCP, Samba и многое другое. Показываю самый простой пример, как наиболее частый мною используемый это редактирование файлов с помощью Secure Shell, SSH. Вот. Ctrl-X, Ctrl-F, и дальше мы открываем файл, как сначала ставим начальный слэш, потом указываем имя пользователя, собака, имя хоста, ставим двоеточие и нажимаем финальный слэш. Вот по нажатию финального слэша уже инициализируется соединение с внешним сервисом, с сервером, вот, и туда он пытается зайти. Но очень такой интересный момент. Потом этот слэш удаляем, потому что нам чаще всего нужно прямо с хоума, заходить прямо в хоум. Заходим дальше в нужную нам директорию. Здесь, как обычно, любой файл можем открыть, закрыть, там, неважно. Разницы, в принципе, особой нет. Редактируемый файл удаленно или локально. Все как обычно. Вот. Точно так же работают все режимы. Работают и DIRD, то есть DIRD русский, который позволяет нам редактировать, просматривать файлы. Можно, вот, допустим, сделать групповую операцию на них. Там же работают и внешние шеллы, и в некоторых случаях даже запуски программ можно это делать на внешней стороне. Допустим, очень такая фича, которая мне очень нравится и которая работает следующим образом. Допустим, мне нужно сделать поиск по подстроке. Я нажимаю стандартную комбинацию для поиска по подстроке. У меня в данном случае привязана на Ctrl-F7, которая запускает rgrep. И здесь пишу то слово, которое я хочу искать, в каких файлах хочу искать. Все один в один, как локально, стандартная совершенно команда. Но при этом вот эта команда запускается на удаленном сервере, запускается rgrep. Из него идет пайп, который с этого пайпа уже на наш редактор идет вывод. Соответственно, мы можем после этого по нахождению по строке зайти внутрь и отредактировать. Вот. Ну, базово, в принципе, должно быть понятно, что работа с удаленными файлами, с локальными файлами практически ничем не отличается, за исключением только того, что удаленные файлы будут чуть медленнее писаться. Вот. Ну, спасибо за внимание.